Președintele Tadjikistanului, un aliat apropiat al Rusiei, l-a înfruntat puternic pe Vladimir Putin la un summit al liderilor din Asia Centrală. Potrivit New Voice of Ukraine, Rahmon i-a spus lui Putin să nu trateze țările din Asia Centrală ca și cum ar face parte încă din fosta Uniune Sovietică. Izbucnirea a fost asistată ulterior de lideri din Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kârgâzstan, Turkmenistan și Uzbekistan și a durat 7 minute. Мы всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы наравне с африканскими странами, мы видим, кто с другими странами. Ну давайте, и вкладывать много денег не надо вкладывать. Вот в наших странах, да, надо вкладывать. Надо вкладывать. Миллиарды, 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 которые можно, можно это... как бы за короткий срок окупается во всех сферах. Ведь наши трудовые мигранты к вам выезжают к вам.